Сначала роспись на футболке, затем ключ от номера. Такие порядки установлены для звездных игроков Анжи на базе в Кратово. Для Роберто Карлос на ресепшн тоже заготовлена игровая форма, но в отличие от Самуэля Этоо, сегодня бразилец не ограничится парой автографов. В холле его ожидают Денис и Ира. Денис – корреспондент журнала «Про спорт». Ира – продюсер фотосессии для ноябрьского номера. Карлосу придумали оригинальные образы, воплощать которые будет фотограф Андрей. Он сейчас представляет собой и игрока, и тренера, и, можно сказать, в данном случае и вратаря будет представлять, и судью. Такая общая идея нашего кадра. В ожидании Роберта Ира изучает спортивную прессу. Карлос незаметно прошмыгнул в номер и, по словам переводчика Гриши, начал готовиться к тренировке. Фотосессия, похоже, пока не входит в его планы. Мне кажется, уже начнем с портретов, может быть? Ну, может быть, действительно начать с этого. Или как, или нам главный кадр вообще лучше сделать? Лучше главный кадр, да? Да, хорошо. Это Андрей, фотограф? Угу. Что говорит? Ну, он тоже волнуется. Спрашивает, может, лучше начать с портретов для обложки, чтобы у нас обложка была точно уж наверняка. Карлоса все нет, а пока пресс-служба Анжи начинает в холле свою фотосессию. Самуэль Этоо что-то печатает на ноутбуке. Ну, он пишет сообщение на гостевой. Ну, типа вот. Обращение к болельщикам? Ну, да, вот. Хочет их позвать всех на стадион в субботу. Все пришли. До тренировки осталось совсем немного времени. Исполнить все запланированное вряд ли удастся. Концепция поменялась. Меняется точка съемки. Теперь будет наверху, на белом фоне, для обложки. А затем начнем снимать на поле. Единственный шанс выполнить задание редакции – дождаться окончания тренировки и попытаться уговорить Карлоса. В 17:30 вечера бразилец в сопровождении Гриши выходит обсудить детали. Ну, например, что делать? Какой процесс? Ну, общем, а мы наверху решили? Мы решили начать с портрета крупного, вот здесь, вот в помещении, а потом пойти на поле и вот снять вот это то, что вы сейчас рассказывали про диване. Но это будет потрясающе. Пожалуйста, просто скажите, что это стоит того, чтобы участвовать в этом. Ну, что лучше сделать? Принять душ и спуститься? Как ему будет удобно? Мы здесь, мы Саша, здесь разве не будут? То есть... Баня, пример, хорошо, как это тут сразу. Хорошо. 10 минут. 10 минут. Ну, если точно, а то... 7 минут. Хорошо, спасибо. Устоять перед обаянием Иры сложно, и Роберто быстро соглашается. Возможно, пока не понимая всего того, что от него хотят. Возможно, состоится тогда. Но Ира его обаяла. Я пока еще не начинала. Плюсы иметь женщину-продюсера в мужском журнале. Сначала Андрей снимает Карлоса на фоне белой стены. Затем с помощью специальной программы вместо белого можно будет подложить любой другой фон. Эти фотографии самые важные. Возможно, одна из них будет украшать обложку журнала. Ну, кстати, хорошо сейчас было. Вот такой задумчивый. Главное задание выполнено, и теперь настает момент истины. Следующая часть съемки должна проходить на улице. Там немногим выше нуля, и Карлосу придется несколько раз переодеваться. Бразилец соглашается, и теперь продюсер Ира наверняка быстро забудет о 6-часовом ожидании своего героя. Кстати, шорты, наверное, нужны, да? Спасибо большое. Спасибо большое, Матвей. Большое? Большое. Большое. Joga mais da Berta, filho da puta! Ну, вот как будто вот тренер на него кричит, тренер на него кричал, и он...
I am Roberto Carlos for Pro Sports Magazine. И по-русски один раз. Я Роберто Карлос для Pro Sport. Пута ки парил. Что-то очень плохое, да? Хотите переведу? Нет. Я Роберто Карлос. Для. Окей. Я Роберто Карлос для Pro Sports Magazine. Все, отлично, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.